Хей, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Cat Quest 2. Итак, мы остановились на том, что мы немного прошли сюжетные линии. После мы помогли горожанам, которых превратили в собак. Короче, они были прокляты, у нас немного... Ой-ой, попал под раздачу. И, в принципе, можем идти далее. Так, я не помню, тут что-то есть. Тут у нас ничего, здесь только можно магию улучшить. В принципе, у меня 1000 есть. Давайте попробуем улучшить магию. Да, я хочу улучшить магию. Давайте. Хотя, здесь много окошек для магии. Ладно, давайте придержим немного все-таки магию нашу. Денежки придержим. Может, потому что еще цены мы найдем. Блин, да, я забываю про это. А на что у меня маечка? Марон. Ущелье у моря. Ладненько, полетели. Вот из этих, в принципе, можно повыкачивать опыт. Блин, ну сколько там? 20%, да, было написано? Мне просто надоест вот так, пацаны, переключаться. 30. Слушайте, что там много, не думайте. Так, как это рыбацкая деревня. Руины. Это что за буква? Десем? Сатуры. Да, в принципе, мы можем зайти, что нет. Используй так, исследовать табличку, давайте. Проверьте свою ловкость и... Так, и наше сокровище придет в ваши лапы. Волна первая. Готово. Давайте я, наверное, пускай он входит. Ну, типа, два урона, я думаю, не так сильно решают. Лучше апгрейд, пускай будет у меня. Так, сокровище ваше. Интересно, что за сокровище. Топор рейнджера увеличивает дальность качения. О. Давайте попробуем. А, ну здесь я защиту плюс еще получаю. А ну-ка, насколько далеко? Давайте вот от светильника в сторону. До полосочки, да? Ну, как вам сказать, немножечко дальше он так кувыркается. Но там защита 10%, а защита это хорошо. Ну, если смотреть, что у нас защиты 0. Вы готовы вернуть свой трон, ваше мурлычество? Муркуратор! Ну, давай. Лев, завершены ли приготовления? Да, лорд Лев, хе-хе. Ш-
Шут А. Шут Б. Они не заметят его приближение, хе-хе. Это был лев. Скорее нужно проследовать за ним. Так, давайте я отдохну. И проследуем. Вы ведь помните, куда пошел лев? Ну, да. Сейчас я монетку заберу. Так, нас куда-то телепортнуло. Нужен золотой ключ. Болваны, вы попали в мою ловушку. Муха-ха. Разделаемся с ними, лорд лев. Хе-хе. Ну, как-то... Ай-яй-яй, подобрал. Неужели я должен делать все сам? Так, противостояние, это плохо. Что-то как-то безуспешно, да? Я заволновался было, заметив ваши мордашки, но вы оба просто никчемные жалкие. Оставайтесь до конца своей дней на этом острове. Ухо-ха. Так, я вижу справа камень магии получается, да? Найдите дорогу назад на материк. Так, потом королей, разбудите свою внутреннюю силу. Исцеление. Максимальный запас увеличен. Восстанавливает здоровье союзника. Но это себе возьму. Так, засейвится. Ладно, запомнили, что сундучок здесь есть. Королевская печать. А, была, помните, мы с вами уже заходили сюда. По опыту, если что, опыт — это дорога, куда нам нужно идти. Поэтому мы исследуем сторонние стороны. Так, исцеляющий посох. Исцеление 20%. Но исцеление будет у меня, поэтому смысла ему не вижу. Секира рыцаря, защита 10. Неплохо, неплохо. Ардас, здорово. Это быстрее, знаете, этот Посейдон, наследники королей. Вы ищете способ вернуть свой престол? Докажите, что вы этого стоите, и наше величайшее оружие может стать вашим. Ох. В принципе, одного переката хватает. У нас тоже щиты, приятель. Но это легко, потому что у меня секира улучшенная, плюс бафы. А вы получили королевскую печать. Возьмите эту печать и выковите оружие, способное сразить любого врага. Королевский клинок. Ой-ой-ой, я чуть все это не подобрал. Тихо. Подбирать надо правильным персонажем. В принципе, можно рубашку улучшить, но не знаю, эффект будет улучшаться или нет. О, мои усики. Я так переживал. Я правильно вас понял. В
Вам не удалось даже когтем коснуться льва? А вы показываете Керри королевскую печать. Это знак первых королей. Так они сказали вам, что нам нужен королевский клинок? Да. Я надеялся, нам не придется прибегать к этому, но... Окей, идемте спросим Кошу об этом. Подожди. Ну, в принципе, да, плюс 2 опыта. Если бы мы снова выковали королевский клинок, Коша знала бы, что делать. Королевский клинок, поехали. Коша лапа. Вы показываете королевскую печать Коше. Это печать. Это невероятно. Коша, ты помогла выковать королевский клинок, может сделаешь это снова? Тише, Керри, теперь они знают, сколько мне лет. Мяу. Забудьте все, что слышали, и жди меня снаружи. Так, она куда-то смывается. Вот и смываешься. Стопте, у меня точно стоит... Блин, в принципе, здесь плюс 2 урона, но здесь плюс 3 брони. Это рыбацкая деревня. А, вы это слышали? Опять спасли меня. Вместе у вас неплохо получается. Да, это более хпшно. Главное правильно челиком подбирать, да и все нормально будет. Мордашкин Кругозор. Знаете ли вы историю причины, по которой был расколот королевский клинок? Дело в том, что первый королей пугал его сила. Они оставили мне обломок, чтобы никто не смог выковать его снова. Испытание Коши. Нифига себе. У нас тут испытание. Победите меня, и я помогу вам выковать королевский клинок. Воу, тихо. Клинок Экаториста. 120. Посох молнии. Отлично. Так, оружие. Но там плюс защита. А это секира. Хе-хе. Готовьтесь, ребятки. Мой молот вбивает с размаху. Воу-воу. Ну, как вы видите, тайминги есть и все. Типа, ноль проблем. Эй, вы офурчительно хороши. Коша дает вам ключ Леопольда. Этот ключ можно открыть руины, в которых хранится обломок. Керри найдет вас там, хорошо? А знаете как, котов и собак никогда не видели рядом. Но у меня такое чувство, что именно вы сможете это изменить. Сердечко.
Блин, нужно было... Вот и опять я не смог фамилию, да? Чёрт. Ладно, погнали. Книга первых королей. Цитата первая. Чудо королей и заклинателей жили на свете древние властители. Цивилизация та, что они создали, лишь в руинах перед нами пристал. О, так это телепортики. Все, окей. Давайте, может, изучим телепорты. Двадцатого уровня. Пробегу, заберу монетки. Ух ты ж ё. Ладно. Лучше идти сюда, когда уровень выйдет. Так, шестистая пещера. Поехали. 12 уровень, у меня как раз 14. Да. А, все равно по одному опыту. Так, я вижу сундук. Так. Нагрудник синего мага. Хорошо. Тихо. Ух. Главное осторожно все подбирать. Так, здесь есть. О, здесь есть. Короче, здесь в виде факелов сделано. Денежка. Здесь опыт. Я хотел, блин, кнопку 10 опять нажимаю, у меня привычка. Теперь кнопку 10 нажимать. Хорошо, поехали. Хорошо, тихо. Только, конечно, вот это будет не очень удобно перемещаться. Ну, ладно, нормально. Зато я опыт получаю за это. Довольно неплохой. Нагрудник это... Туриста. О, плюс 5. Плюс 4. О, нормально. Так, тут есть телепорт. Поехали. Так, кто-то тэпнулся. А, это меня тэпнуло в начало пути. Ну ладно, давайте тогда заново туда, так сказать, прикатимся. И полетели. Нужно, в принципе, еще... Опа, задание появилось. На карте... О, еще задание появилось. Давайте магию рубит просто врагов этих. Так, тут как-то лес. Чаша дремучего леса. 90 уровня! Понимаете, сколько мне качаться нужно до этого уровня? Очень долго.
Ладно, давайте, короче, тогда сюда. Я сохранюсь. Хотя можем пойти в лес. Как вариант. Ну, в пещеру-то посмотрим, насколько они сильные. А враги. Если там ничего сильного, мы можем просто все это дело пробежать очень быстро. Может, там будет что-то имбовое, понимаете? В ящиках. Так, поскольку? А, по одному. Ну, логично. Так. Как бы так их загреть? Особенно вот этого. Я хочу загреть, короче, сюда перетащить всех. И быстро, чтобы они от меня оторвались. О, о, правильно сделал. Доспехи скелета короля. Нихера себе, туманная стойкость. Ну вы поняли, да, из-за чего я все это делаю теперь? Так, а теперь... Ладно, сейчас мы его тоже обманем. Можно не убивать врагов, потому что я знаю, что я не докачаюсь, скорее всего, до данного уровня. Но я знаю, что я теперь могу так пособирать. Блин, а мне все равно убивать всех, чтобы ящик тот открыть. Проклятый. Значит, те, которые не защищены, они так выглядят. Можно сейчас будет знать отогнать этих монстров от того здания и попытаться такую же чернишку прокрутить. Почему бы и нет? Давайте попробуем. Я понимаю, что для моего уровня все равно не подойдет, но... Вводим их сюда. Отлично. Проклятые руины. Шо, минус я, изи ваншот. Го смотреть. Да нет, я просру. Смысл, если здесь 90 уровень. Я вон их даже не пробиваю, считай. То есть мне урон пришел, когда он перемещался. Прикольно. Ладно, поехали, короче, к нашим этим. Хотя, погнали, Коша все равно уже скоро серия заканчивается. Либо можно посмотреть ближайшие пещеры таким же путем. Там есть ход ниндзя. Там мне хер надо туда идти. Ущелье моря, мы тут были, да? Да, мы тут были. Тут ничего ценного. Здесь золотой этот. Ладно, давайте быстренько пройдем, может успеем. Котовник Браво, приветствую всех катаристов. Сразитесь со мной, если смелые. Задача не для слабонервных путешественников. Камень, ножницы, бумага. Хотите сразиться со мной? Действуем. Так, действующим чемпионом камень, ножницы, бумаги. Предупреждаю вас, прямо здесь, прямо мяу, вам никто не выиграет. Мяу, вы в игре. Идите вон туда, оба. Я буду выбирать в уме, чтобы мы не схитрили. Мяу. Потом вы делаете свой выбор. Так, начнем. Все или ничего. Камень, ножницы, бумага. Вы выиграли.
Ага, два из трех. Лучше найдите мою удачное место. В смысле? Окей, на сей раз я выиграю без труда. Камень, ножницы, бумага. Вы снова выиграли. Ну, чемпион я. Как? 3 из 5. Эта самоуверенность приведет вас к поражению. Следите за мяустером. Камень, ножницы, бумага. Нет, опять. Как это мряу? 4 из... Сдаюсь, вы выиграли. Отдаю вам корону чемпиона. Маска котовника Браво. Но еще вернусь за так, реваншем. А пока примите мои поздравления. Короче, первые... первые эти, он говорил большими буквами, потом маленькими. Ну, типа, логично, ладно. Это было логично. Так, тут там у нас лис. 10 уровень, давайте. Руины Окто. Проверьте свою ловкость, но так сокровища придут в ваши руки. Волна первая. Выбираем. Но магии, в принципе, у меня много. Испытание пройдено. Сокровище. Сокровище. Я понял, что они мои теперь сокровища. Тут у нас мантия белого мага. Ну, в принципе, плюс хп. Не хочу. Так, ущелье над речи. Окей. Ущелье над речи. Надо сразу идти во все пещеры, которые типа для моего уровня. А, в принципе, мне что-то опыта не так уж много дают. Ай-яй-яй. Опа, плюс сундук. Шляпа белого мага. Плюс исцеление. Ну ладно, я могу в принципе шляпу посадить. А, подожди. У меня исцеление все равно на другом. Или там все равно хп урезается везде одинаково. Половина, да? Топор рейнджера. Увеличит дальнее скачение. В принципе... Плюс один. Блин, не знаю. Мне бы на самом деле плюс этот. Защита 10%. Ну, ладно. Если смотришь, у меня вообще защиты нету. Тогда, в принципе, согласен. Тогда, в принципе, согласен. Так, почта. Давайте вниз чекнем, потом через мост пройдем. Ущелье у реки. Поехали.
пошли. Нужно ловушки использовать. Опыт, опыт, опыт. Это с той стороны, да, только? А нет. Здесь у нас нифига сразу плюс 7. Минуточку. Оружие. Ну так более-менее. Ай-яй. Так, опыт забираем. Опыт забрали. Хорошо, успею, успею убить. Успею. Денежки здесь, значит, скорее всего, опыт. А, нет, тоже денежки. Надеюсь, там что ценное. А, стойте, а что я туплю? У меня ж есть исцеление. На уровне ледяного мага. Этот кошак у меня просто вспомогательный. Да и все. Вот. Ну, а пишет там что-то еще есть. Интересно, что тут еще было? Может, тут проход есть? Да, действительно. Шлем когда солдат. Получайте опыт 20% еще. Ля. Тебе сегодня везет. Сегодня тебе везет на шлемы и на очень большое количество опыта. А ну-ка, подбери-ка ты опыт вот этот. Так, это у меня сейчас 40%, да? А если так стоит собрать, вообще будет идеально. Так, полетели. Куда мы летим? А мы летим на завершение серии. В принципе, можем сюда сейчас прийти, через мостик. Да и сохраниться. Потом в следующей серии там начнем и посмотрим, что у нас там по сюжету. А так мы уже пришли. А, нет, давайте, наверное, к магам. Делать, тогда все делать по порядку, да. Так, сейвик и заканчиваем.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.